такой мигрень. Но пока не знаю. Так необычно. Я знаю, что я стрёмная, но не надо мне об этом говорить. Я знаю, что без косметики я не очень. Ну, блин, Платон, я же не всю жизнь буду с косметикой. У меня парень появится, он же не... Ну и что, типа... пока он не спит, мне не смывать косметику? Последствия после вчерашнего канала. Пока ничего. Я просто... Мы вкусные были. Я не могу найти кисточку. Я не могу найти кисточку. А, все, я нашла. Мне нравится? Спасибо. Так. Я думаю сделать какой-то грим. Друзья, товарищи, подскажите, какие вы гримы знаете? Типа пеннивайзов там всяких или чё? Что-то такое. Потому что я гримом не занимаюсь обычно. Что? А чё костюм порванный? В плане порванный. Ну типа палец покажи. Но... Ну да, большой палец. У меня большой палец, он такой. Ну а как по-другому? 364 дня в году. Кентозавр, как у тебя настроение вообще? Ты же не спал. Я видел, что я правильно иду. Я или ты спал? Прогадал, я понял, что к чему. Я видел сотни раз, как люди прогорали из-за. А тут войск час заходит, такой пур-пур-пур-пур-пур и уходит. Не веришь, посмотри. В смысле, я уснула. А, ну хорошо. У меня одна бровь, второй пока нету. Ну ладно, есть, ну типа. Что за вещь? А это в ТГ, в чате. Там и Алла была. Вот. Да вы их так поздно устраиваете, трэш. Пойдешь конфеты собирать в костюме? Так это же не Хэллоуин. Это же не Хэллоуин. Я боюсь, Алла, не надо бояться. Привет, привет, привет. Всем привет. Я пока не знаю, какой сделать. Ну, не то чтобы макияж, а типа грим хотя бы или что-то такое, но я не знаю. А кто был по нику Твича на вчерашнем 5-часовом пике? Ой, там вообще, там кого только не было. Но я не знаю, стоит ли говорить вообще. Самый красивый Веном у Селены Эймара. Так я же не в Веном еще. Даже если не Хэллоуин, у тебя, да, я только там. Да? Завтра. То есть... Новый год под ёлкой. Давай. Новый год скоро. Давай. Подарок мне. Быстрее. Ты первый будешь. Никто еще не подарит. Одно, мне никто не подарит. На самом деле, мама подарит, наверное, что-нибудь. День. 5 часов общаюсь с тобой, реально. Привет, Иван Зимин. Всем привет. Всем привет. Причем они общались и так просто все слушали. А я, у меня ком завис, я ничего не могу включить, ничего не могу сделать. Я даже говорить не могла. Это было просто беда. Было так обидно на самом деле. Я вот в гугле вбила. Здравствуйте всем. Как там? Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма! Прикольно. Спасибо даже за такое чудесное слово пипяло. Я теперь его везде пипяло. Да пипяло уже, это же вообще пипяло, алло. Это классное слово. Я думаю, может сделать грим типа черепа. Тут есть такая женщина. Она так зло смотрит, но у нее череп. Грим черепа сделать? Как думаете? Друзья, товарищи, что вы думаете по этому поводу? Надо поменять название.
Может, такое название, я не знаю. Не слишком ли... Да блин, почему не удалось информацию сделать? А, я не могу сделать название стрима. Сейчас, секундочку. Секундочку, друзья, товарищи. Давай, Грим, с кого? Только мне не надо для... Хорошо. А кто это? Сейчас скин хэт. Не печалься на столе, слышишь? Не смей при мне говорить. А, пф, что это? Слава из трёбук. Не печалься на столе, слышишь? Ты в этой жизни полный ноль. Открывай тетрадь и записывай. Только у меня для этого... Для грима у меня только косметика есть и акриловые краски. Блин, надо войти. Сейчас я войду. А я не помню свой пароль. Что будем делать? Блин, я не могу. Короче, сейчас я напишу кое-кому. Пусть поменяет название. О, спасибо за фоллоу! Тебе нужно выйти поплакать, нет. Хотел сказать нам. Чё грустно, я не могу назвать, поменять название. Я прошу, чтобы мне поменяли название, меня не читают. Мне нужен новый модератор, всё. Го Калаверу как-то... Что? А, как-то никако. Модер где? Я не знаю, где модеры! Всё? Всех увольняем. Увольняем, ребята! Всё! Это невозможно стерпеть. Всех модеров увольняем. Все. Они от меня ни рубля не получат. Все. Напиши команду тайтл. Так я вот делаю вот эту команду, да? Нет, я хотела оттуда делать, ну ладно. А нужно через пробел, да? Наверное, да. Через пробел может сделать. Нет? Тебе больше нравится Человек-паук костюм Вену? Не знаю, кто. Да. Без пробела? Думаешь, поменяется? Давайте как мы сделаем. Человек-паук делает грим. Или как сделать на зоне? Давайте так сделаем. Поменяется? Ничего не поменяется. Полный хайп на сон. Это не хайп. Ничего не поменялось. Пробел поставить, так пробел нажимать. Так я... Я у вас просила пробел нажимать. Вы говорите, да. Кто-то говорит, нет. И вы в итоге что мне делать-то? Пробел-то нужен, нет. Я не могу, сейчас. Человек-паук делает грим. А грим с двумя М же, да? Yes, yes, yes! Ребята, я уже все могу, ребята. Я уже все могу, я все умею. Я, можно сказать, программист уже. Ну да. Это что такое? А, с одной или с двумя? Ребята, я не понимаю уже. Давайте, ладно. Человек-паук делает грим. Вот так. Тут. Все, я что-то могу. С одной, блядь, с двумя. Да вы надоели! Так с двумя или с одной?
Я не понимаю. Так с одной или с двумя? Грим? Yes. Неважно, Даша, никто по-русски тебе этого не поставит. Грим с одной. Ну. Ну, с одной. Ну. А чё вы тогда угораете-то надо мной? Я в шоке с вас, конечно. Так. Так, друзья-товарищи, ну что, какой грим будем делать? Хорошо, у меня есть пару идей. Можно сделать грим типа Пеннивайз. Вот тут вот две черточки, потом вот тут две черточки и улыбку. Вот. Братья Грим. Нет. Можно еще сделать грим типа вот этого вот черепочка. Вот тут штучка и тут турочек вот такой с зубками. Так что? Ну, если Пеннивайз, то на 10 минут. Что там рисовать? Я же не художник, ты чё? Черепочек Ник на заметку часть записывать. Ну, так что, друзья, товарищи? Го-опрос. Ну, господи, да кто будет? Аго аукцион сейчас устроим на грим. Боже, что я несу? Ого, серьезно? Аукцион на грим? Ребят, вы мне всякую фигню не кидайте, только пожалуйста. Нет, нет, вы мне фигню не кидайте, алло. Я сделал... Аукцион на грим? Давайте поменяем тайтл тогда. Опять развод на день. Да какой развод? А на какие шаши мне подарки дарить? Ладно. Привет, включи ПЖ. Да, деньги! Спасибо большое. Сейчас включу. Громкий? Давайте я потише сделаю. Ну нет, да нормальный. Алло. Сиктоспроут Мустанг, спасибо большое. Сейчас я включу. Все включу. Это Жанулька. Жанулька вообще очень милая, на самом деле. Мне Жанулька очень нравится. Она вообще милашка. Вообще Жанульку. Вы знаете, кто такая? В воскресенье мы паутинки матушки. Ты поставишь мне лайк. Я не подпишусь, подпеваю колонки, ты целуешь меня. Скажи мне, что я шорти, скажи, что твоя. Ты такой бесячий, ненавижу дела. Будешь со мной, ядовито шутя. Если я не приглашу тебя на чай, ты сожжешь мой дом, точно ай-яй-яй, ай-яй-яй. Это важно, когда хочу собрать тебя домой. В моих глазах темнота, а в твоих глазах покой. Ну что, ребятки? Я сейчас спрошу в чатике в ТГ. И у вас спрошу тоже. Делать ли мне аук на грим? Просто у меня есть чуйка, что мне какую-то фигню скинут. Но я... У меня у мамы ДРМ бы вечерок... Акюса 49, ты здесь? Акюса 49. Да, он здесь. Поздравляю твою маму с днем рождения. Поздравляю твою маму с днем рождения. Как красивый вумен.
Паук, я уже попал в твою сеть любви. Да. 149. Поздравляю твою маму с днем рождения. Ну так чё? Мне просто покраситься или чё? Или мне грим делать? Делай. Хапаш, спасибо большое тебе. Спасибо. Делать? Но он уже сказал делать. Он аж 55 рублей скинул. Все. Илжирчик это кто? Не знаю такого. Днем рождения твоего самого доброго человека. Мир и здоровье крепко счастлив. Да! Убавь звук доната, а вы же потом не услышите вдруг. Ну ладно, сейчас убавлю. Сейчас убавлю. Ну, Хелпач уже сказал делать. Так что, мне кажется, как бы, ну, надо делать. Да? Ребят. Го. Сейчас, подождите, я звук убавлю. У меня было 7%. Вообще сейчас 4% у меня звук доната. 4% звук доната. А вы все еще говорите громко. Это 4 из 100, между прочим. Тут вообще 3 сделаю. Все. Звук доната супер маленький. Супер маленький. Я уже не знаю. Я боюсь, у меня будет 1% стоять, и вы такие громко. Спасибо за песенку. Сейчас послушаем. Сколько там до конца? Череп более детализированный будет. Как по мне, интереснее посмотреть. Го-го-го. Да, делай. Блин, как называется приложение это? А, все вспомнила. Поинтовый аукцион делаем. Ой, как меня бесит, что у меня губы не видно. Из-за того, что я не накрашена даже. Ужас какой. Так, у нас уже проголосовали за череп детализированный, Тон Ванки. Спасибо большое. Спать любовью. Так. У нас получается как... Сейчас. А где голосование? Чё-то промотал. Какое голосование? Подожди. У меня нога затекла. Так, мы, короче, получается... грим... Последние треки я пойду. Спасибо большое. Грим черепа.
У нас 100 получается. Ну, грим черепа — это хороший грим на самом деле. Это не фигня какая-то. Грим черепа — это вообще очень хорошо. Серьезно? В смысле? А, инжирчик? Что? Дашь сколько до конца сбора? Сколько осталось? Ну, если именно вот сбор, именно сбор, то там осталось 21%. Это получается 32 тысячи. 32 тысячи. Но это именно прям, чтобы сбор, прям вот я смогла его прям оп, вот так закрыть и все. Женщина, вы что, сбежали с детского праздника? Всего-то? Ну, не 30... Господи, ну что это? Вальдмайер, у нас аукцион на грим. И пока выигрывает только один этот. Аук на Человек-паук делает грим. Надписи АУ, походу, не будет. Я не могу ее сделать. Покажи весь костюм, а я не могу. Я не могу полностью показать. Я могу немножечко показать. Я стесняюсь. Сделай громче. Я не могу показать полностью, типа. Все. Не работает ссылка? Почему? Убирай давай, что убирать. Все. Я так понимаю, все, мы уже череп делаем, уже все понятно тут. Грим черепа будет. Наверное. Ну, мне кажется, это самое легкое, типа. Ну, можно еще Пеннивайза сделать. Можно сделать какого-нибудь Джокера. Вот. Не знаю, все такие, давай, 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 давай. Так я не выбираю. У нас вообще, как бы, мне говорили, ну, типа, кто-то сказал, давай аукцион сделаем на грим. Я сделала аукцион. А потом такие, не, давай не делать аукцион. Я вообще не понимаю. Свиданка в рублях. Я не хожу на свидание. У нас нет такой функции. Так быстро стемнело, не знаю, кстати. Вообще быстро стемнело, да. Тоже заметила. Это что такое? Это не моя песня. Пам-пам-пам, меня манили ее губы. Я ее встретил и замер. Я могу твои. Песенка. Вы мне песенки кидаете. Спасибо большое. Justice for the Young Dune. Спасибо большое. О, Саша. Да-да, Квашонка. Знаю ее. Популярна была когда-то. Ах.
Она без косметики? Я? Да, потому что я вообще собираюсь сделать грим. Непонятно, сколько вариантов в ауке длительности, да, Даша, я понимаю, что ты полностью в учебе, но неплохо было бы разобраться, как вывести на экран аук, чтобы было бы легче ориентироваться. Я не могу на экран вывести. Я не могу на экран, у меня аукцион всегда, типа вот, вот здесь был. Какой экран? Я же не через ОБС. Что? Я вообще не понимаю, его надо убрать или что? Сделай громче, сделай тише. Микрофон прибавь, в смысле, что? Но я замерзнуть не боюсь. Это в городе мне грустно было. Я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю. Так вы сами просили музыку громче! Я... Сами говорят, музыку прибавь, а потом такие... Тебя вообще не слышно. Что ты вообще делаешь, алло? Я, господи, у меня уже все. У меня уже нервы шалят. Все, я сейчас все выключу. Сделай через название. Так я пытаюсь сделать, я не могу. Ладно, давай. Аук. Вот так. Так, нормально? Кентозавр, ротик свой закрой, пока бетоном не залили. Спасибо за песенку. Ну, что-то я не поняла про кентозавра, конечно. А что он такого сделал? Он же ничего не сделал вроде. Себя громче, музыку оставь, музыка на донате убавь, увеличь. У меня песня на донате уже 4,3% из 100. Мне как еще убавить звук, я не понимаю. Я вообще... У меня все, у меня уже нервы! Где мои проценты или хотя бы слова благодарности за то, что я научил тебя менять название стрима? Спасибо большое, Ван. Варианты еще будут добавить, не потому что они 100 штук. Где? А, он поменял? Он поменял название, все, я поняла. Я сделала название, значит, а мне взяли, поменяли все. Себя прибавь. Ну, значит, музыку убавить, алло, я вообще. Как я себя прибавлю? Мне орать? На донате музыка. Куда смотрю? Я вообще. Ладно, все, я сейчас поменяю все. Настройки доната. Ой, то есть оповещение. Так, настроить. У меня громкость речи 6%, звук 4%. Звук убавляем.
до 1%. Все, я тише уже не смогу сделать. Ребят, тише уже никак. 1% это все. Я 0 не смогу сделать. Я не сохранила. Сейчас, по новой. Все по новой сделаю сейчас. Секундочку. Сейчас. А нет, я сохранила. 1%. Сейчас. Звук. Настроить. Звук. Все. У меня звук. Ну, 0% я не могу сделать. Давайте сделаем 1%. Все. У меня громкость звука везде 1%. Все, 1%. Я тише не сделаю. Клип. Какой клип? Я не могу клип увидеть. У меня просто звездочки так и все. Помока, через 15 минут мы будем в войс чате лодами канала обсуждать поведение Даши Переход. Что ты говоришь? Ну, тише. Ставь на все 100. Ну, конечно. Или звук телефона у тебя громкий? Нет. Вы офигели, какой войс чат? Алло, а я-то тут что делаю? Ну, угорайте. А я-то для чего? Вы будете обсуждать то, как я делаю грим? Вы офигели? Я получаю рекламу каждые 5 минут, ты должен считать свою жертву. Ладно. Получается. Что из этого у нас получается, друзья, товарищи? Что запустили? Гачи? Это что? Что такое гачу? Кентозавр. Ну это чат в ТГ. Реально? Они запустили голосовой чат в ТГ прямо сейчас? Вы чё? Совсем? Не надо, пожалуйста. А, да? Я не знала, что это такое. Где? А, нет, оставайся здесь. Нигде, оставайся здесь. Я открыла, не спала. Что произошло? Для того, чтобы я могла что-то делать, печатать там или еще что-то. Я не знаю, запустили они или нет. Я не вижу. У меня нету ничего. Попробуй, мне это надо. Теперь на английском? Нет. Ну, короче, я так понимаю. Раз уж варианты так и неизвестны мне, поэтому мой голос уходит за вариант грим-клоуна. У нас пока только 2 варианта, Сидор. Сидор, спасибо большое. У нас только 2 варианта. У нас вот клоун и грим-черепа. Все. У нас только 2 варианта. В принципе, все нормально. Пока все хорошо. Пока какого-то там... Ужаса мне не скинули. Все хорошо. Я сказала, через 15 минут. Сейчас не так громко. Супер. Сидор, спасибо большое. Грим на Сидор. Нет, не, он скинул грим на клоуна. Покажи свою... Что показать?
Нет. Только все... В смысле клоуна? Алло! Грим черепа тоже хороший. Вальдмайер, ты чё? Ты считаешь меня клоуном? Зачем? Кентазар не хочет стать модером случайно? Ну вот, у нас два варианта. Грим черепа и клоуна. Ну я вот смотрю вот по картинкам, да? Пеннивайз хороший. Самый легкий. Но на денек, если пока снова не придет. Ага, ты все забанишь сейчас. Нет. Я боюсь. Ты в чате даже голос не подал. Так что... Кого? Не знаю. Кого-нибудь. О, спасибо большое, Цедра. Спасибо большое. Он мне скинул трек. Слышим трек. Тут какая-то женщина. Сейчас, секундочку. Сейчас. Вы хотите узнать значение имени Рикардо? Давайте. Максимум, кого-то забанить, руки чешутся, это Илжира, но даже его трогать не буду. Руки пачки. Ты сама решай, мне пофиг. Твоему парню нравится, что ты времени проводишь на стримах, а не с ним. Рыжая, вот тебе еще вариант грим бойца Уч после боя. Все как полагается с синяками и т.д. Спасибо большое, Сидор. Спасибо большое. А мне можно нарисовать этот грим? А не делать именно вот, ну, этим путем. Добавляй. Что ты рот открыла? Добавляй. Грим бойца. Боже, сама устроила. Блин. Ну не, пока все нормально. Что-то в окно мне, в Снежопкино. Все нормально. У нас есть три варианта. У нас есть три варианта. Грим черепа, грим клона и грим бойца UFC. Что донат был, я на... Сидор скинул грим на бойца UFC. Как мне этот грим сделать? Можно сделать красками. Ну, не красками. У тебя зеленка есть. Вальдмайер, я не буду мажиться зеленкой. Ты чё? Какая зеленка, Вальдмайер? У меня есть зеленая краска. На зеленке у меня нет. У меня только краска есть. А краска потом бывает. Ну, в принципе, на мне крем для лица. Еще какие-то крема, думаю, отмоется. Думаю, все будет нормально. Нахалка! Мне
Я не булгар. Мазаться зеленой краской. Грим Шрека. Полностью зеленое лицо. Вы потом будете делать всякие фотошопы вот эти вот с зеленой краской. Ну что это такое? А я такой... Я буду Человек-паук с лицом Халка. Это вообще ужас. Как Халк? Грим кавказцы, нарисованные усы, бороды и монобровь. У меня будет монобровь, усы, борода. Че, один ситр только? Конечно. Чуть не уронила. С монобровью. Ну что это такое? Грим черепа. Клоун. Грим бойца UFC. Полностью зеленая краска на лице. Кавказец с усами, монобровью. И бородой. Ну это... Нет, это какой-то... Грим Барби, максимальный перебор с косметикой. У меня есть нарощенные... не нарощенные, а... У меня есть, короче, ресницы, которые можно приклеить. И я буду вообще Барби. Боже, ну Барби, это будет такая прям... Этот грим будет таким, как будто, я не знаю, как будто я такая... С улицы пришла. Не знаю, как по-другому сказать. Ну, такая с улицы зашла чисто вот. С, после работы. Ну, после работы. Ну, вы поняли, да, после какой работы? Сделай классический грим Венома под этот костюм. USD это сколько в рублях? Это сколько в рублях? Кто-то знает, нет? Грим Венома. Венома, вы знаете, сколько я буду делать? 100 где-то, 100 рублей? Хорошо, отлично. А то я USD, я не знаю сколько. Один USD, сейчас посмотрю. USD. Ну где-то, наверное, да, как-то так. Ну, 89 рублей, ну, короче, давайте округлим, поставим 100. Потому что вот эти мелочи, вот, не знаю. Это по... А, да? Блин, я думаю, что за гвозды? Спасибо большое, спасибо. Человек. Ну да, я. А чё? Здравствуйте. У меня пальцы. Это чтобы грим делать. Короче. У нас варианты ответов. Грим черепа. Варианты ответов, да. Грим черепа. Веном. Клоун. Грим бойца UFC. Зеленая краска в лице. Кавказец с усами и бодобровью. Барби и Макси. Ну, это типа... Ну, как работница ночного города. Что за песня у меня?
Ну ладно, пусть играет. Ну, типа, да, Кен. Да, Кен. Ну, максимально Крим Барби. Такое супергерой знаю. Какого? Харли Квинн? Ну, она же вроде норм. Харли Квинн же, она норм. Ну, Марго Робби, которая. Марго Робби, она такая, ну... Ну, сам понимаешь. Или ты про кого? А, не про ту подумала? Ну, бывает. Да по-любому будем делать грим череп, так как вы с Веномом меня прокинули, читерсу. Грим черепа добавляем, у нас уже 600. Грим черепа занимает больше всех. Ну нет, грим черепа это такое, интересно на самом деле грим. На самом деле, интересно грим. Вот грим черепа, он самый интересный. Вот. Видите, колесо. Почему там мое лицо? А почему в колесе мое лицо? А почему мое лицо в колесе? Почему мое лицо в колесе? Потому что ты солнышко. Прям ты что? Спасибо большое. Она открывается. Грим мозаики. Суть такая, рисуешь все лицо в квадратиках. Точнее, их границы и потом красишь квадрат в разный цвет. Я поняла. Это будет очень муторно. Спасибо большое, Сидор. Мозаика. Я как вам мозаику сделаю на лице? Это же вообще... Сколько тебе цветов? Так, у меня есть просто краски, у меня есть косметика. Ну, краску, думаю, я буду использовать с этого, которые у меня остались, вот эти краски. Ладно, Даш, посиди, пока подумай. Да куда вы? Какой voice chat? Вы угораете? Вы что, офигели? Ужас какой. Они все там. Это что такое вообще? Короче, грим черепа, Веном, клоун, грим бойца UFC. Но это получается типа Человек-паук после победы над кем-нибудь, песочным клубом каким-нибудь. Я твою паутину? Не знаю. О, здравствуйте. Смотри, наша цель — попасть в Twitch FM. Нет, я не хочу в Twitch FM попадать. Выбирайте ну, это не косплей, это мы делаем грим. У нас есть череп, Веном, клоун, боец UFC, зеленая просто краска на лице, кавказец с усами и монобровью, Барби. Грим Клеопатры. Чек не пугай, сейчас. Сейчас, подождите, я добавлю. Сейчас. Ой, что там было? О, спасибо, Талман. Клеопатры. Клеопатра. Что там? Что вы там скинули туда? Что вы скинули в чат? После работы. Ну, вы поняли, да, после какой работы?
А, звук доната-то что громкий? Ну я тише 1% уже не сделаю. Я могу только вот тут поменять. Вот тут я поменять могу. Вот тут я поменять могу. Но больше я уже нигде не поменяю. Я не знаю, зависит ли это от того, делаю я это звук с телефона или нет, но я только так могу. Не хочу там все чего-нибудь. Кот. Кот. Добавила кота. Грим кота. Прикиньте, грим кота. Ну, я могу, типа, носик там. Там ушки. Кота. Ничего, про костюм твой обсуждают, а про кого-то... Что? Что они там обсуждают? Что они там обсуждают? Что? Вы про какую смазку говорите? Алло! Из комиксов, кстати, об Бэтмене. Не смазка, а маска. Я спросил тебя, маска, а ему послышалась смазка. Ладно, я, короче, вышла, пофиг. Так, что там у меня дальше? Ядовитый плющ из комиксов о Бэтмене. Ядовитый плющ — это же тоже зеленое лицо. Да? Ядовитый плющ. А, нет! А ты чё, как я сделаю? Это просто грим женщины? Хорошо. Про маску. Ну, конечно, про маску. Да-да-да-да-да. Ну, про маску, 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 маску. Ядовитый плющ. Понятия не имею, как я это сделаю, конечно. 1 евро. 1 евро. Это сейчас на нашем курсе. Это сколько? 98. Ну, короче, сотка. Ядовитый плющ. О! Очки упали. Ядовитый плющ. Грим котика — это получится женщина-кошка. А, да, кстати. Женщина-кошка, которая Человек-паук. Почему? Минус очки. Очки целые, ну, конечно. Ой. Неистовый свет, мой повелитель. Так. Грим черепа. Грим панды. Грим панды. Спасибо большое. Грим панды. Мне просто сделать 2 круга, тут и все. Это просто восхитительно. Я не могу. Грим панды. Просто 2 кружочка сделать. И носик, и все. Косплей на поиск кунг-фу панды. Ну, что-то какой-то... Ну, я не могу, типа... Какой контент? Это же бел... Мне еще лицо белым делать? У меня есть мука, кстати, да.
Но у меня нет столько пудры, у меня только мука есть. Ну я что, мукой буду делать? У меня есть краски вроде. Какую муку? Нет, погоди. Мука пойдет только если у нас грим панды выйдет. Но у нас же тут череп, веном, Клеопатра, кот, ядовитый плющ, панда, клоун, боец UFC, зеленая краска на лице, кавказец, Барби, мозаика. У нас как бы этих вариантов просто миллион. Мы что, сидеть собираемся? Я черь. Нет. Я хотела чихнуть, но не смогла. Так ты и так бледная. Ну да, кстати. Так я и так бледная. Чё мне делать-то? Всё. Грим вампирши? О. Через сколько аук будет? Не знаю. Думаю, ну сейчас мы скоро уже закончим. В принципе, тут много вариантов ответа. Пока я буду делать, миллион лет пройдет. Да? Ребятки. Тут много вариантов ответа. Есть те, которые я не хочу, чтобы они попали. Блин, я так не хочу, чтобы мне попалось, что ты... Вот типа веном, вот это сложно, потому что там типа рот как-то... Там, понимаете, веном? Если... А вот... А меня не забанят, если... Ну типа веном же он чё? Веном. У венома какое лицо? И глаза мне, типа, вот так сделать. Еще рот. Это жесть, нет. Надеюсь, Веном не попадется. Никакого грима. Никакого грима. Вот этот вариант ответа просто восхитительный. Просто восхитительный. Никакого грима. Просто. Это просто пушка. Малышка безделушка. Вот никакого грима. Это вообще лучше, что может быть. У тебя бекон есть вместо языка? У меня бекона нет. Так, давайте через 20 минут мы окончим. Вот. 20 минут. Сейчас у меня... Вот когда будет ровно час, вот тогда мы закончим. Слышите? Ровно час. Это получается через 10 минут. Ровно час будет? А, блин, это не ровно час. Час 10. Тогда мы закончим. Аукцион. Ну, потому что я буду делать долго. Будет час 10, тогда мы закончим аукцион. Но, мне кажется, у нас будет грим черепа. А это очень интересно, на самом деле, очень интересно. Мне очень хочется попробовать это делать. Ну, конечно, это смывать надо будет долго. Но ничего страшного. Я не понимаю, как я буду делать этот грим просто... Как мне вот Клеопатру сделать? Или ядовитый плющ? Или веном? Вот веном самое сложное. Последний, который ты сам знаешь, меня знаешь. Доросла все, в общем, сильно как-нибудь, да. Будет час 10, маякните. На пары? В гриме? Я не пойду, ты что, угораешь? Мне там отвечать надо. Мне там надо автоматик получить. Клеопатра. Так нужен, кстати, было бы хорошо, был бы парик у меня, например. Но у меня парика нет, поэтому что имеем, то имеем. Ой, короче, это...
Маша думает, что мне 16, легче жить. Угу. Пусть так и думает. Даша зашла на стрим, в смысле в чат. От стука. Я вас слышу, между прочим. Но, видимо, на стриме у нее слишком скучный чат, не вывозит. Опа, Андрей зашел. Мы можем послушать голос Андрея. Здесь поинтереснее. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой Андрей? Блин, обидно, что я не могу говорить, а они могут говорить. И они могут меня обсуждать. А я-то даже ни слова не могу сказать, только вы услышите. Сейчас, я секунду. Нет слов, тоже подслушают. Все подслушивают. Ну ладно, я вышла. А что, ты можешь включить этот микрофон, я могу тебя слушать. Я не могу включить микрофон. Я включаю микрофон, меня не слышно. Ебать, блин, а ты не охуел, куда уязить меня? Я, кстати, Никас. Давайте дружить. Пожалуйста, давайте дружить все вместе. Мне нужны друзья. Я, если что, вышла, короче. Это фулл-сайз костюм или я что-то пропустил? Я костюм подрезала, то есть у меня есть отдельные чулочки. Но это вот такой, типа, костюм, он идет такой. Ну, такой идет. Так, что там по гриму? Что у нас по времени? 8 минут до конца аукциона. И я буду делать грим. Но пока не знаю. Типа, отобрала в работяге. Грим черепа, веном. Клеопатра, кот, ядовитый плющ, грим панды, клоун, грим бойца UFC, зеленая краска на лице, я не знаю, как я буду ее снимать. Кавказец с усами, моноброви, вот это самое, по-моему, лучшее. Барби, мозаика, никакого грима. Никакого грима, просто. Перфект. Никакого грима, вот это лучшее, что может быть. Это не мои песни. Я свое хочу. У меня денька последний донешний Алис не снимается. Я бы на Леди Баг задумала. Мне маску рисовать красным цветом? Что? Клоун или зеленое лицо? Кринжово для меня зеленое лицо. Веном не надо получиться. Да, кстати. Но на Венома задонили, кстати. Я боюсь этого, да. Но я же, смотри, а если я вот, типа, рот вот такой сделаю, они же подумают, что это получается как грим. Анимешка. Анимешка. Кавай. Это типа мне такая кавай, вот такой быть. Вы угораете. Анимешка. Все, у нас есть новый. Блин, вот бы анимешка вышла. Анимешка, она такая миленькая. А я только не знаю, как аниме макияж делать. Но я посмотрю, картинки найдем. Все норм будет, все норм будет. На зеленое лицо. Зеленая краска? Вы угораете? Зеленая краска? Зеленая краска. Какая? Не надо зелен! Я не хочу с зеленой краской сидеть! Мне ее смывать, понимаете, как надо будет? У меня зеленую краску. Это обычные акриловые краски. У меня нет грима зеленого цвета. Вы угораете? Какая еще зеленая краска? Это просто пипец. Я не хочу с зеленой краской сидеть. Пожалуйста.
сделать мазок на лицо прямо сейчас. Нет. А вдруг там что-то другое получится? А вдруг там панда выйдет? А панда это же вообще беленькая. Так это не зеленка делов-то. Время? 4 минуты до конца аукциона. 4 минуты. 4. 4 минуты до конца аукциона. 4. Лечу в обратную сторону. О боже. На зеленое лицо. Я... Боже. Зеленое лицо. Зеленое лицо. Надеюсь, аниме-тяночка выйдет. Класс, класс, класс. Осталось 3 минуты. Меньше 3 минут. Все. Все, я так понимаю. 3 минуты осталось до конца аукциона. У нас есть что? Грим черепа, зеленая краска на лице, Веном, Клеопатра, кот, ядовитый плющ, грим панды, клоун, грим бойца UFC, кавказец с усами, монобровью там туда-сюда, Барби, мозаика, никакого грима и анимешка. От чатика-то. Зеленую не надо, Фиона будет. Да я и не хочу зеленую, алло. Это не от меня зависит. Я не могу, типа, взять вот так, тыкнуть и все. Давайте Жанульку включу. Жанулька. Грим черепа, зеленая краска на лице, Веном, Клеопатра, кот, я даю ключ, панда, клоун, грим бойца UFC, кавказец с усами, Барби, мозаика, никакого грима, анимешка. Ну, никакого грима, это самый сок. Самый сок. Это что такое? Кентозавр, хочешь быть модером на сегодня? Это только на сегодня. Да хватит! Я сделала? А, нет, я не могу. А почему я не могу? Я нажимаю, не нажимается. Рыжая как-то будет неправильно. Не притопить за твой любимый вариант. Еще на какое зеленое лицо? Нет, пожалуйста, нет. Это пипяу. Время вышло. Время вышло. Как мне делать сразу, чтобы выбирал? У нас столько вариантов ответа. Я бы сказал, я будучи мудер. Так у меня нет, я не могу сделать. Крутим? 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 Надеюсь, попадется анимешка. Крутить?
Длительность пусть будет 30 секунд. Если что, вы увидите, скажете, я в чате почитаю. Там норм, не норм. Зеленое лицо выпало? Чё ты врёшь? Чё, всё, нет? Чё там выпало? Чё там выпало? Всё? Крипаты! Ну это изи. Грим-пандочки. А мне что, белое? Белое лицо делаю. Грим-панды. Ну это вообще что такое? Есть ли у меня белая краска? Грим-панды. В костюме Человека-паука. Я могла бы быть анимешницей там. Или еще какой-нибудь миленькой. Но я панда буду. Это трэш. Я сейчас посмотрю, есть ли у меня вообще краски. У меня нет белой краски, у меня ее очень мало. А если у меня... Я не хочу быть панд. Какую муку? У меня белой краски. У меня белой краски мало. У меня белой краски вообще нет. Мне реально муку? Я, а чем я буду? Алло. Оп. Черный есть немножечко. Вы че, угораете? Белую муку? Белую муку, реально. Реально? Это рофл? Будет некрасиво. Ну, я могу тоналкой помазать лицо. Могу тоналкой и запудриться очень сильно. Сметана есть, но я сметану не буду делать. Кремом белым у меня нету. Ну да, давайте сделаем... тоналкой. У меня как раз тоналки на лице нет пока. Теперь будет. А насчет кругов под глазами я могу сделать этим краской. У меня есть краска. В другом месте дырочки. Так у меня в том месте есть дырочка. Ну, замок, типа, замок у меня там. Не очень могу сказать, что удобно, конечно. Вообще неудобно. Чё, мажемся тоналкой теперь? Пипец. Я панда. Я панда. Ну что это такое? Какая панда, алло? На окна пипя, конечно, ты панда. Это вообще... Удали мой номер и забудь мое имя. А мне прям полностью обмазаться? Назови меня дурой, скажи, что я все испортила, а потом все со самим возрыв. Ой, я не могу.
ладно. Чего смешного? Это не мука зато. Окей? Это хотя бы не мука. Это просто тоналка. Но я тоналку так много не мажу обычно. А у панды рот какого цвета? А, тут есть очертание такое. Все понятно. А знаю, что милый, удали мой номер и забудь мое имя. Кис-кис-кис-кис, а ты меня ненавидишь. Ты много теряешь, неужели? Я впервые нос мажу. Почему я такая страшная стала? Чего ауки доводят, реально. Вот бы аниме-тяночка вышла бы, вообще идеально было бы. Вот аниме-тяночка, ну что в этом? А мне брови мазать или мне брови вот так сделать, типа очертания с бровями вместе? Думаю, с бровями именно, да? Ну все, брови оставить, да. Включи потом свет, потому что фиолетовый фон не передадут. Нет, свет я включать не буду, ты что? Все вместе, да. Ой, ребята, лучше бы Веном вышел. Но зато не зеленое лицо, понимаете? Какой скам? Что ты несешь? Скама вообще нет. Аукцион прошел. Тебя уже не узнать. А я вообще белая стала, как поганка. Мешки мне мазюкой, там черный цвет будет, кстати, да. Кстати, да. У меня есть целый пакет с красками. Что? СВЧ? Ничего себе ты! В любви признался мне, что ли? Ух ты! Спасибо большое! Спасибо большое! Что? В смысле, я СВЧ задонатил? И пишет, что лучше моих стримов нет ничего. Не слышно было? Да вы угораете, алло! То слышно, то не слышно! Я вообще не понимаю! Он сказал, просто хочу сказать, что выше твоих стримов на Твиче ничего нет. Спасибо большое за то, что ты есть. Это я свечи. Да. А как мне? У Веды было слышно. В смысле не настроить? Я уже все настроила. Я уже не знаю, что мне еще настроить. Так. У нас получается... Блин, как делать? Вот просто вот так делать? И все? А как мне просто круг сделать? Или какой-то овальный круг? Или просто круг? Я не хочу лицо мазать краской. Наверное, это должно быть приятно. Давайте такой кружок... Боже, ужас какой. Чем я вообще занимаюсь свои 20 лет? Такой кружок... Такой кружок пойдет? Привет, чтобы потом часа.
это просто пипел. Рисую твоего лица, мне так противны твои глаза. Это кофе на завтрак, кислота. Тебе правда бесит моя прямота. Ё-моё. Кем я стала? Кем я стала, ребята? Что я вообще делаю? Ну, это приятно. Это приятно на самом деле. Боже, не дай бог, кто-то придет домой сейчас. Ну ладно, что делаем, то делаем. Это что такое вообще? О, красивый мейк, Лоботряс, спасибо. Чеки-пикчи в чате? А что там? Какие чеки? О, боже. Не, не, у меня не такой грим, ты чё? Валена, у меня такой грим будет. Боже, какой кринж. Даша, не переживай, в твоем возрасте девочкам уже саму делать. Но зато это легко. Зато это легко делается. Понимаете? Зато это легко. Зато мне долго сидеть не надо. Нормально? Будет в шоке, да. А как мне это смывать потом? Вопрос. Смою ли я вообще? Надеюсь, что да. А зачем смывать? В смысле, зачем смывать? Ну я же не буду так ходить, ты чё? Вальмайер, ты что? Какой же кринж, ребята. Я больше таким заниматься не буду. Я не могу. Я больше таким заниматься не буду. Нет. Вот череп был вариант ответа. Нормально все? Чек ТГ. Пока не поздно. Что там? Ну, пока что это на стриме. Да, смешно. Я делала аук на грим, и там были разные варианты. Типа Барби, Клеопатра, Череп, Бэтмен. Ой, не Бэтмен, а этот. Ой, как его зовут-то? Ё-моё. Веном. Аниме-тянка. И там был вариант панда. Что, как думаешь, мне выпало? Как думаешь, что мне выпало? Как думаешь, что именно мне выпало? Так, мне надо сделать носик. Носик пандочки. Ну, носик у пандочки такой миленький. Миленький такой носик у пандочки. Почему я так здорово?
Представьте, вот вы пришли на свидание, и к вам приходит вот это. Ой, я не могу открыть глаза. У меня глаза слиплись. Дроном кра... Нет. Какой-то я вообще так себе панда. О боже. Сейчас я дорисую, секунду. У него ротик такой, да? Угу. А мне губы нарисовать, чё? Ух ты, я губы еще никогда такими не делала. Ну, на панду похоже, да? Похоже на панду же. Почему это так страшно выглядит? Ребята, на панду похоже? На панду похоже? Нет. В смысле нет? Похоже. Похоже? Похоже же! Чё вы говорите, не похоже? Один в один просто. А панды какой звук издают, вы не знаете? Ребят, панды какой звук издают? Это пипял. Девочки, это пипял. Я